расскажи, пожалуйста, как бежалось на последнем этапе? Преимущество было уже к этому моменту большое. Расскажи. На самом деле, ребята, можно сказать, сделали уже все до меня. То есть я видел, по крайней мере, после старта, какой был отрыв. И мне оставалось, я выбрал ту тактику, чтобы отработать один круг, постараться сохранить преимущество, а на втором кругу уже спокойно докатиться, и как бы все получилось. Тренера всем спасибо, вели по трассе, подсказывали, чтобы я все равно знал, какое преимущество у меня есть, и мог где-то прибавить, где-то пойти поспокойнее, ну и ориентироваться на свое самочувствие. А можно было сказать еще до старта, что сегодня в большой легкости вы сможете победить? Нет, так никогда нельзя, потому что эстафета, ну, это такое. Может всякое случиться, может на первом этапе сломаться палка и так далее. Всякое случалось. И сильные команды проигрывали. Да, мы были одни из претендентов на победу, но сказать, что мы с легкостью должны были выиграть, такого не было.